Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Профориентационное направление занимает немало важное место в процессе обучения среднего и старшего звена школьного образования. Различные мероприятия, направленные на знакомство школьников с теми или иными профессиями и специальностями, которые предлагают различные учебные заведения края, помогают будущим абитуриентам выбрать свое направление. Подробнее о сотрудничестве филиала ВБМК в городе Дальнегорск с общеобразовательными учреждениями смотрите далее. Филиал ВБМК в Дальнегорске существует всего второй год, но это не мешает ему быть одним из самых востребованных учебных заведений всего Севера Приморья. Большой пласт работы администрация колледжа ведет в направлении профориентации школьников. Это позволяет не только увеличить число учащихся, но и повышает в целом престиж и интерес к профессиям среднего медицинского звена. А как известно, кадровый вопрос на сегодняшний день в системе здравоохранения, да и в целом во многих отраслях, является одним из наиболее важных. Накануне Дальнегорский филиал ВБМК посетила директор Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова. Ее поездка как раз и была связана с вопросами профориентации школьников. Так, в рамках этой работы 19 сентября на базе школы номер 3 поселка Кавалерово прошла встреча с учащимися школ и их родителями. Запланированные дни в Кавалерском районе, в Дальнегорском, совпали как раз с рабочей поездкой нашего руководителя. Вот. Поэтому мы сначала остановились в Кавалерово. С нами сотрудничали управление образования Кавалерского района. Спасибо им огромное за поддержку, за помощь. С нами сотрудничала, естественно, средняя школа, которые собирали детей, направленных уже, замотивированных уже на медицину. Не просто так вот. Ну, и те, которые просто пожелали послушать, и те, которые уже знают и уже определились, что они идут в медицину. Вот. Собственно говоря, привести и показать нам уже есть что, поэтому мы берем с собой студентов. Вот. Привезли первокурсников туда, в кавалерскую школу, чтобы познакомиться. Так как первокурсники у нас кавалеровцы даже есть, ребятишки, вот нынешние, это с первого курса. И непосредственно они смогли увидеть, что вот это доступно и что это можно достичь легким путем, как говорится. 40 минут из Дальнегорска и в филиале учишься и получаешь среднее профессиональное образование. Вот. Один мальчик у нас тоже яркий пример, мы его брали почему с собой, студента. Он не провалил немного экзамены в ТГМУ, в Государственный медуниверситет Тихоокеанский, химию не сдал. И у него как запасной аэродром оказался наш колледж, так как он дальнегорец. И он быстренько сориентировался, родители, естественно, подсказали, помогли, потому что они детки еще несовершеннолетние, они зависят еще от финансов своих, от бюджета семейного, да, от решения родителей. Вот. Мы взяли его тоже еще в качестве вот такого показательного, как говорится, варианта, что, чтобы дети знали, что всегда можно подстраховаться дома. А дома, как говорится, и стены помогают. А еще такие прекрасные, как наш филиал, который существует тут уже 2 года. Вот чему мы несказанно рады. И поэтому мы показали своих, значит, ребятишек новеньких, молоденьких. Затем мы привезли второкурсниц, которые уже обладают начальными такими манипуляциями. Они могут показать, как оказать первичную медицинскую помощь. Вот. Мы привезли свои тренажеры, привезли тонометры для измерения давления. Студенты предложили свои знания показать на практике. Вот некоторые родители, которые были с детьми, приходили с выпускниками, поучаствовали в этом. Вот. И спасибо им за это большое. Значит, наши студенты смогли практическую такую часть на них испробовать. Получилось очень здорово, интересное мероприятие. Показали сердечно-легочную
реанимацию. Мы СЛР-ку привозили, свой тренажер, девочки-второкурсницы. Замечательно рассказали, профессиональными словами и очень грамотными своими действиями. Понравилось всем. Главная задача этого мероприятия – проведение профориентационной работы с целью познакомить учащихся с перспективами поступления и обучения в Дальнегорском филиале ВБМК. 20 сентября аналогичная встреча с учениками прошла в школе номер 2 Дальнегорска. Приветственное слово взяла заведующая филиалом Елена Полякова, а директор ВБМК Маргарита Шарафутдинова рассказала школьникам о профессии медицинского специалиста, а также предложила им задуматься о поступлении в ВБМК. Доброе утро всем. Такое морозное, холодное утро, но которое для нас оказалось очень теплым, когда мы вошли в стены вашей школы. Очень приятное заведение. Вы знаете, мы посещаем много заведений во Владивостоке, и в Уссурийске, и в разных городах Приморского края. Я скажу, что ваша школа меня впечатлила. У вас прекрасная база материально-техническая для того, чтобы вы могли сориентироваться, выбрать свой жизненный путь, и для того, чтобы вы все успешно по нему в дальнейшем прошли. Что могу сказать про наш Владивостокский базовый медицинский колледж? Что же это такое за заведение волшебное? Старейшее заведение, в первую очередь, среднего профессионального образования в Приморском крае, которое готовит именно специалистов среднего медицинского звена. Все понимают, да, кто такие специалисты среднего медицинского звена? Это наши медицинские сестры, это акушерки, это наши лаборанты, конечно же, фельдшера. Хотелось бы вам быть тем самым средним звеном, то есть самой помощью. Да, возможно, пока вы строите себя у себе очень далеко идущие планы и видите себя, конечно же, врачами. Но жизнь такова, что кто-то подумает, а надо ли мне 8 лет посвятить учебе в высшем учебном заведении, если я хочу помогать людям здесь и сейчас и как можно быстрее. То есть что такое средний медработник? Конечно, это первый человек, кто встречает вас в лечебном учреждении. Попасть к врачу, к сожалению, сейчас не всегда возможно и достаточно сложно, в связи с тем, что есть у нас такая проблема, и мы ее не скрываем, и мы ее озвучиваем. Да, кадровый голод в здравоохранении есть, и поэтому сейчас, когда вы приходите в лечебное учреждение, во многих лечебных учреждениях вас встречают наши специалисты, наши фельдшера в первую очередь, неотложные помощи в отделениях, непосредственно на ФАПах в селах. На ФАПах это вообще уровень голода. Все же это понимают, да? Когда в селе нет никого, кроме вас, куда бежать за помощью? Только к фельдшеру ФАПа. Скорая помощь. Многие бригады номером один выезжает именно фельдшер. Причем на сегодняшний день это не обязательно какие-то неотложные вызовы. Это и экстренные вызовы. Наши фельдшера на сегодняшний день достаточно обучены и имеют достаточный уровень практических знаний, чтобы быть в бригаде скорой помощи номером один. Что для этого нужно? Ну, конечно, нужна мотивация внутри, стержень. Вы должны хотеть помочь человеку. Вы должны хотеть унять его боль, унять его страдания. Ну, а если вы выбрали профессию акушерки, то вы самый счастливый человек на свете. Потому что все мы с вами появились в родильных домах, все мы с вами пришли в ручки акушерок, все мы с вами прекрасно себя чувствуем теперь. Может быть, конечно, все уже и забыли, что был когда-то у вас где-то там в будущем, в прошлом родильный дом. Но одна из самых благодарных профессий – это, конечно, профессия акушерки. На сегодняшний день эта профессия в Дальнегорском филиале есть. Вы можете ее получить, эту специальность. Поэтому что мы желаем, конечно? Мы желаем вам сегодня не то чтобы прорекламировать себя, мы желаем вам открыть для себя возможность прийти в медицину через среднее профессиональное образование. Очень многие сейчас выбирают колледж для того, чтобы начать понять себя, почувствовать в какой-то специальности, и затем, возможно, поступить в высшее учебное заведение, если вы почувствуете тягу, необходимость идти дальше в этом направлении. Но уже на других особых условиях. То есть целевой договор на обучение в ТГМУ или в ДВФУ по специальности, лечебное дело, педиатрия, то есть это уже непосредственно врачебные специальности. Вот. Либо
вы все-таки останетесь в наших учреждениях тем самым надежным, мощным средним звеном, на котором сейчас, в принципе, держится здравоохранение. Напутственные слова ученикам также были сказаны и главным врачом Дальнегорской больницы Романом Поляковым. Участники мероприятия получили доступную информацию по специальностям. Студенты-первокурсники рассказали о своей студенческой жизни. Данил, как вы вообще попали и оказались у нас? Ну, я в медицину ходил с детства, так получилось, что мне мама в аптеке работает. У меня дома из игрушек были шприцы, маски, перчатки. Вот, я лечился на игрушки. Ну, в классе 10-м был доктором, врачом, вот, и пошел в медицинский колледж. А студенты второго курса продемонстрировали навыки, приобретенные за год обучения в колледже. Приступаем к сердечно-легочной реанимации, устанавливаем правильно руки. Для этого нам необходимо взять два пальца, поставить его на мечевидный отросток, либо можно просто сказать «ямочка наша, где солнечное сплетение». Поставили два пальца, сразу ставим основание ладони, сверху кладем руку, делаем замок. Ваши руки должны быть ровно, не сгибаться в локтях, тогда собьется ваш ритм компрессии. Начинаем компрессии 30 раз, считаем слог. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Школьники и их родители с большим интересом слушали представителей ВБМК, наблюдали за демонстрационными действиями по оказанию первой помощи пострадавшему и в процессе задавали все интересующие вопросы. А обратной связью стали горящие глаза у школьников, которые после такого мероприятия с уверенностью заявили «Я пойду в медицину». Последним пунктом поездки делегатов стало посещение поликлиники микрорайона Горбуша. В настоящее время здание старой поликлиники находится в стадии передачи Владивостокскому базовому медицинскому колледжу. Связано это с большим количеством школьников, желающих получить профессию среднего медперсонала на базе 9 классов. Это подразумевает под собой увеличение площадей филиала, в том числе открытие общежития, для того чтобы юноши и девушки из отдаленных населенных пунктов Северного Приморья могли в комфортных условиях получать образование в Дальнегорске. Много просится кто? На базе 9. Но вот третьим пунктом нашей точки нашей поездки, вот этой нашей командировки там вместе с руководителем, был пункт Горбушинской амбулатории, которая сейчас все знают, что она стоит закрыта, заколочена, с нее все съехали. Вот, переехали в детскую поликлинику, вновь откапиталенную, и там стоит здание пустое. Сейчас это здание находится, и вся документация по нему, вот, даже проектно-сметная документация, она в стадии передачи нам в ВБМК, то есть не филиалу, а именно Владивостокскому базовому медицинскому колледжу. Передача с какой целью? С целью капитального ремонта и с целью нашего переезда полностью после капремонта в Горбушинскую поликлинику, амбулаторию, да, она так называлась, вроде как правильно. Чтобы развеять все там слухи, все какие-то вопросы, последняя, вот крайняя поездка Олега Николаевича Кожемяка была такой, что колледжу нужно, наш Дальнегорск именно поездка, колледжу нужно развиваться, нужно вмещать как можно больше студентов. Для этого нужны площадя для вот именно достижения таких задач. И был рассмотрен вопрос о передаче поликлиники нам. Потому что вариант прекрасный. Первый этаж планируется именно в проектно-сметной сейчас документации, пока все на бумаге. Планируется первый этаж отдать под учебные аудитории, лаборантские, классы, актовый зал, а второй этаж он будет полностью занят под общежитие для иногородних. Для чего? Для того, чтобы мы смогли, приняв в 2025 году детей на базе 9 классов, это вот наш прям перспективный план, который мы вынашиваем, который уже не боимся говорить вслух об этом, потому что это уже вот-вот случится. Я хочу, чтобы наши жители знали об этом в первую очередь. Вот.
И иногородние дети на базе 9 классов, это мы рассчитываем на наш север, это и Пластун, и Ольга, и Терней, и Ангу, и дальше там очень много, и Перетычиха, и не буду перечислять все эти селения, в которых есть детки, которых страшно вообще отправлять сюда на большую землю родителям. Но до Дальнегорска я надеюсь, что они осмелятся их отпустить. Вот они будут проживать вновь от капиталином этом общежитии и тут же учиться на первом этаже. То есть это будет удобная, комфортная зона для получения среднего профессионального образования. Вот. И опять же, это же будет большое количество студентов. Мы рассчитываем на проживание около 50 человек и на обучение около 50 человек именно на базе 9 классов. И представьте, сколько специалистов придет через 2, 3, даже через 5 лет, если. И если хотя бы половина зайдет на Дальнегорскую больницу, половина распределится по северу края, то я думаю, с дефицитом мы потихонечку от него избавимся и выполним все поручения Олега Николаевича. И будем рады стараться, как говорится, дать полноценное образование детям, вот, чтобы как можно меньше было и больных людей, и с какими-то с такими проблемами здоровья. Как можно меньше, чтобы все были здоровы, все были довольны и ходили, улыбались, как вот сейчас наши студенты ходят, довольные, радостные, радужные. Вот белые халаты надели, так они вообще как ангелы. Приятно на них смотреть. Так что вот, вот такие планы у нас по Горбуше. И сейчас, так как уже передача состоялась по документам, мы ждем, когда же подрядчик какой-то, кто-то, пока не знаем, кто зайдет, сделает красивые классы, сделает красивые комнаты для проживания. И мы будем, ну, на уровне, как говорится, чтобы нам было не стыдно, чтобы мы не были ущербными какими-то, чтобы, не дай бог, кто-то не сказал, что это какое-то там временное или какая-то непонятная организация. Вот. Хочется, чтобы все было хорошо. По крайней мере, стараемся. И, ну, главный показатель – это довольные дети. Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, студенты Дальнегорского индустриально-технологического колледжа встретили активно. В преддверии праздника они побывали с экскурсией в пещере «Чертовы ворота». Знакомство с этой местной достопримечательностью было организовано музейно-выставочным центром Дальнегорска в рамках федерального проекта «Пушкинская карта». «Чертовы ворота» – природный и археологический памятник. Чтобы добраться до пещеры, нужно преодолеть непростой маршрут. И здесь ребята проявили коллективизм, слаженность и взаимопомощь. В пути, а он занимает более 10 километров, устроили привал у костра. Туристы побывали в самой пещере «Чертовы ворота», оценили ее красоту и уникальность. Сотрудники музея рассказали, почему объект имеет статус природного и археологического памятника, какие артефакты здесь были найдены и как эта местность связана с историей Дальнегорска. С 2000 года в последнее воскресенье сентября на Дальнем Востоке отмечают праздник главного зверя тайги – тигра. В этом году этот день совпал с празднованием Дня города Дальнегорска. В детском саду номер 22 решили объединить несколько замечательных праздников и провести квест-игру «Тигриный марафон», к которой присоединилась и наша съемочная группа. Я готова, не слышу! Ну тогда начинаем. Что мы родиной зовем? Дом, в котором мы живем, и березки, вдоль которых вместе с мамой мы идем. Ребята, взрослые, все мы с вами знаем, что мы живем в нашей огромной, богатой и большой стране Россия. И Россия – это наша родина. Но любовь к родине начинается с любви, с того места, где каждый из нас родился, где каждый живет. И вот мы с вами живем в нашем маленьком городе Дальнегорск. И он
считается нашей малой родиной. И вот о нашем прекрасном городе сейчас расскажут стихи мои помощники Артем и Агния. Далеко, далеко, вы сиреневым цветом, далеко, далеко, летом-то ты кристально одета. И правда, говорится в стихах, наш город расположен высоко в горах, среди сопок и лесов, а в лесах обитает много диких животных. Ребята, а скажите, вы знаете, кто самый главный в лесу среди животных? Тигр, правильно. Он называется хозяином тайги, да? Да. И вот сегодня так совпало, что день рождения нашего города, вернее, который мы будем отмечать завтра, да, не сегодня, совпал с днем рождения нашего хозяина тайги, тигра. Он так и называется его праздник. День тигра. И сегодня мы с вами, мы вас пригласили поучаствовать в квест-игре, которая посвящена этому главному животному леса – тигру. 22 сентября воспитанники детского сада номер 22 перевоплотились в маленьких тигрят. С замечательным настроением и с любимыми мамочками и папочками они собрались во дворе детского сада, чтобы весело поиграть и узнать много нового про царя зверей – тигра, который, конечно же, тоже пришел к ним в гости. Бежит, ребята, бежит! Давай встретим его аплодисментами нашего хозяина тайги. Здравствуйте, ребята! Давайте знакомиться. Меня зовут Тигруша. Я слышала, что сегодня у вас праздник. День тигра. Это так? Да! Значит, я сюда пришел. Шел я долго-долго и сюда пришел. Приветствовав виновника праздника, дети разделились на команды, каждой из которых было присвоено свое тигриное название. Всего получилось 4 сборных, 2 подготовительные группы, старшая группа и команда родителей. Для каждой сборной были подготовлены маршрутные листы, на которых было указано 4 станции, пройти которые должны были все участники квест-игры. На каждом этапе для ребят и их родителей были организованы увлекательные игры, задания и конкурсы, направленные на развитие воображения, сообразительности, ловкости, творческое мышление и физической подготовки. А помогали на станциях педагоги, которые перевоплотились в разных жителей тайги. Все дошколята и их родители остались очень довольны праздничной игрой. Они зарядились позитивом и узнали много нового и интересного. Всем командам были вручены грамоты и призы. За то, что все у нас команды были молодцы, все справились со всеми заданиями на каждой станции, теперь каждая команда получит свой приз. Ну, я думаю, сегодня мы нарушим традицию и начнем награждение с нашей самой взрослой команды, команды родителей. Ура! И команда родителей вместе с главным тигром получает грамоту. Хлопаем громкие аплодисменты команде родителей. Спасибо. Следующую грамоту получает команда «Сильные тигры», подготовительная группа номер 2. И, конечно, подготовительная группа 2. А еще и получает подарок из леса. Тигр вам вручает подарок из леса. Держите, несите, Кристина, Также, награждается команда «Смелые тигры», команда подготовительной группы 1. Вот, ребята! И, пожалуйста, сладкий приз из леса заберите. Тигры,
Несите, несите, Лена Геннадьевна, подходите ко мне. Сюда принесите. И теперь команда старшей группы, вы тоже награждаетесь. Команда «Быстрые тигры» тоже получает свою награду. И сладкий мальчик. Давайте похлопаем. Завершением мероприятия стал зажигательный флешмоб. На сегодняшний день предприятие «Дальнегорский ГОК» нуждается в большом количестве работников. О том, какие специалисты нужны на данном этапе работы предприятия, смотрите далее. Одно из старейших градообразующих предприятий округа «Дальнегорский ГОК» приглашает на работу укладчиков-упаковщиков. Заработная плата от 60 тысяч рублей. Машинистов автомобильного крана – заработная плата от 70 тысяч рублей. По всем интересующим вопросам следует обращаться по адресу: город Дальнегорск, остановка Химкомбинат, отдел кадров, телефон 3-43-24. Оплату гарантируют. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания, спасибо, что вы с нами.